Либо выходить на проезжую часть, либо мочить ноги. Непроходимым называют свой тротуар жители Русановского переулка. В то же время в городской администрации готовят перечень пешеходных дорожек, которые отремонтируют в следующем году. Как попасть в список в следующем материале? Вот пример, я по грязи вот по этой не пойду. Я буду ее обходить либо там, либо там. Здесь я пойду, меня обрызгают, там я пойду, у меня все равно ноги будут все сырые из-за травы. Есть у пешеходов и третий вариант – идти по тротуару. Правда, пройти по нему можно только в резиновых сапогах. За несколько десятков лет дорогу для пешеходов не ремонтировали ни разу. В то время как по городу работы по ремонту тротуаров ведутся. Хотим, чтобы тут сделали этот тротуар. Или подняли его, или новый сделали. Кроме телевидения, со своей проблемой жители Русановского переулка никуда не обращались, а надо. Если в том году на ремонт тротуаров город выделил порядка 4 миллионов рублей, то в этом уже 10. В администрации города сейчас формируют проект бюджета на 15-16-17 годы. На ремонт тротуаров планируют предусмотреть средства на уровне этого года. Есть уже и предварительный список наиболее проблемных мест, но реагируют и на жалобы. Когда к нам приходит вот обращение от жителей, вот хочу сказать, что вот то, что мы их прорабатываем, мы их учитываем, и если на следующий год выделяется финансирование, то мы обязательно в первую очередь стараемся удовлетворить те заявки, которые к нам поступали. Пожелания и жалобы на тротуары можно отправить в комитет ЖКХ, транспорта и связи городской администрации в письменном виде. Объект осмотрят, обсчитают и запланируют в работу специалисты. В ближайшие дни выйдут и на тротуар на Седова. Правда, сроки ремонта будут зависеть только от финансирования. Анна Бибикова, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.